пошел в жопу. Да, в ATPD всегда одинаковые генерации. У них штаб такой. У них именно штаб. Или, да, у них смены. Посменно элитники приходят. Иногда ты заходишь к ним и видишь только грантов или только... Как их там? Ну, этих других. Еев тех. С мечами. Либо одних плазменных. Если я с плазмоганом в прошлый раз до лу подошел, дает понять, что Golden плазмоган довольно хорошая вещь, особенно если лазербрейн качает. Я Джек донесу до капитана, это уже половина победы. В принципе, текущих пушек достаточно, чтобы пройти все. Да уж. Баланс. Получить на каком я получил? На 3-3 я получил пушки, с которыми можно пройти игру. Без труда.
Алты или лапка? Наверное, лапка сейчас поважнее будет. Козел задел меня. Но у меня вены. Так что плевать. Хороший, но сейчас Джек важнее. Неплохой уровень такой. Джек Хаммер. Собака, блин, просто изничтожается им. Интересно, если бы была система вытеснения дропов, насколько бы легче можно было играть? То есть у меня сейчас всего максимум, мне дали патроны. Нет, чтоб аптечки, хп-то у меня не максимум. Вау, вау, полегче, полегче. Что за хрень? Почему у меня один хп? Бивать шарышем Джек Хаммером не так уж и легко, как тем же мечом. Изи. Почти.
Болты мне быстро. Быстро. Да, мне болты надо. Болты, понимаешь? Болты. Гиперлаунчер, если бы не тот факт, что джекхаммер мне нужен для кое-кого другого. А может мне не идти на капитана, а? Жопу капитана. Джекхаммер бесполезен на троне. Ты издеваешься? Я из-за него, благодаря нему, сейчас столько болтов себе сделал. Ну как болтов? Они не падали, но все же. Плазма мини. Патроны жрет быстрее света? Чё? Ты, видимо, не умеешь с ним обращаться. Патроны жрет быстрее света в лазер миниган. Джек хорош после опа в особенности. Для какой-нибудь там Рейбл. Сколько дропов. Как же я рад, что они исправили вот эту фигню.
с тем, что мобы, ой, менты прятались за машинами. Уже это бесило. Последний был лишним, но все равно у меня тут восстановление такое, что пофиг. С горечью в сердце просто. Сначала сикер шотган, потом ультра шотган, потом ультра лопату. Да ё-моё, серьёзно. Ультракросс, я его возьму вот просто сходу. Это будет идеальная пушка для меня сейчас, реально. У меня есть плутониум, у меня есть самонаводка болтов, у меня есть триггер. Он мне идеально подходит. И у меня есть PC, которая комбится очень хорошо. А еще он мне нравится. Последний, пожалуй, самое главное. Что-то у меня энергии нет. Пожалуй, еще одна ультралопата, вы издеваетесь? Суперсплинтер сейчас мне не хочется брать, потому что пистол как-то покруче для одиночных атак. Время зрело.
Какой самый лучший Хаммерхед? Правильно. Ультра Хаммерхед. Что-то у меня проблема с патронами. Причем такая приличная проблема с патронами. И мне болты дали. Спасибо, игра. Прям от души вообще. Нельзя верить ультере. Надо жрать патроны вручную. Ой, пушки. Мидбой? Возможно. О май гад. Только не проклятые, ладно? Спасибо. Throne of luck, boys. У меня нет регенерации, но у меня есть СС. И если я его сейчас потеряю после этого этажа, я сдохну. Как думаете, сколько я протяну? Мне кажется, я не смогу даже поменять корону. Да, это был первый валут. Как ни странно. Чё, он не ваншотает?
Я думал, Фокеркросс ваншотает. Генераторы на лупе. Хоть какой-то прогресс. Отлично. Делаем ставки, сколько я этажей протяну сейчас с короной. Смогу ли я ее сменить? Луну флаг на моей стороне. Кто не понял, машина заспавнилась с одним сердцем. В смысле, с одним хп. Dead, not dead. Take it easy. Еще и хп максимум. Это значит, что у меня не восстановится СС. Fuck. Три аптечки подряд. Знаете, если мне сейчас сплинтер упадет, я его возьму. Потому что что-то как-то скверно.
Так, понадежнее все-таки. Была ошибка брать ультракросс. Золотая топовая пуха появилась. Ух ты ж! Хрена вас тут! На втором лупе. Чё, он взорвал? Как? Читер? Или у меня стукнулось об его ракету? Не дожил. Ну, хотя бы... Это было бы слишком жирно, если бы я еще и к этого капитана бы убил. Но в сумме все-таки самая сложная корона.